Чувашский спортсмен Роман Минеев завоевал бронзу на первенстве России по триатлону. Соревнования прошли в Тюменской области. За победу боролись 200 юношей и девушек со всей страны. Чувашу на турнире представляли 7 спортсменов. Роман Минеев продемонстрировал прекрасную выносливость. Плавание на 300 метров, велозаезд на 8 километров и бег на 2. Наш земляк, 14-летний Роман Минеев, мужественно прошел через все испытания, немного уступив Николаю Воронцову из Московской области. Первое место за представителем Краснодарского края Дмитрием Карпеевым. Напомним, ранее Роман стал победителем чемпионата и первенства Чувашии по триатлону. Триатлон нравится тем, что здесь нужна выносливость. Триатлон – это вид спорта мужественный, нужно терпеть, работать, тренироваться. Мне нравится больше бег, потому что он у меня лучше всего получается.